был, короче, в магазине матрешка, да, и высыпал две прикольные машины. У нас сегодня как раз обзор на вот этот автобус и на вот этот вот ГАЗ-66 пожарный. Включим и в гонке, посмотрим, как они едут сегодня. Давайте распакуем. Причем автобус вот такой странной фирмы, по-моему, у нее от этой фирмы еще ничего никогда не было. Шенг какая-то китайская контора, короче. Даже не знаю, что тут пока, что будет. Мне самое интересно посмотреть, сравнить и а, протестировать этот автобус на трассе. Поэтому начнем с автобуса, а потом будет грузовичок. Ну, что я могу сказать? Специальный полицейский автобус. Выглядит забавно. Прозрачненький, прозрачное сиденья внутри. Пластиковые колеса, пластиковое днище. Но, ребята, вроде едет немножко, но есть косяки, конечно. А косяки заключаются в чем? Потому что колеса здесь все-таки такие, знаете, цепляются за, за арки, по крайней мере. Да, все подцепляются немножко. То есть для гонок это будет не самый идеальный вариант. Но он вроде едет. Тем не менее, он едет. Но если пальцем крутит, то чуть цепляется. То есть не так. Зазоры здесь неправильно выставили. В принципе, это сейчас хорошо видно на видео. Видите, как цепляется колесо за арку? Это не есть хорошо. Под никаких признаков производителя, кроме Made in China. И стандарты SE. Автобус сам по себе прикольный. По весу весит. Сейчас посмотрим, сколько он весит, как всегда. Давай, взвешивайся. 36 грамм. То есть не сильно тяжелый, не сильно легкий. В общем, попробуем его на трассе. Думаю, вам будет интересно увидеть автобус. Далее у меня сегодня вторая находка в матрешке. Она будет отдельное видео по охоте матрешки матрешке выложить на машинке. Покажу вам отдельно потом на канале. Так, вторая машина это у нас такой вот пожарный службы-грузовик. ГАЗ-66. Может быть, у него есть еще какое-то название этого грузовика. Но смотрите, у него есть косяк. Опять же, он види, едет, видите, смотрите, так он все время заворачивает почему-то вот в эту вот сторону. В левую клонит его. Клонит налево. Что по колесам? Колеса независимые, но тоже не идеально, немножечко так подцепляются. на винтах машина, что прикольно. Можно, в принципе, легко фиксить. Сделано также в Китае. Все детали шевелятся по весу. О, Катя, может быть, он и исправился. Немножечко, по-моему, ровнее стал. Но, в принципе, для трассы это не страшно, что он кривит, но неприятно с покупки, когда машина в сторону уходит. Я такой не очень люблю, и как бы эти вещи всегда пытаюсь заметить. И здесь это тоже 21 грамм. Он легенький, совсем легенький. По детализации пластиковый верх, металлическая кабина, пластиковый низ, винты, как я уже заметил. То есть его можно кастомизировать, какие-то свои колеса еще доставить. То есть его можно очень-очень легко вскрыть, например, для перекраски или еще для чего-то. Это круто. Это реально круто, если кто любит кастомизировать тачки. На винтах это топчик, на самом деле, для кастомизации. В общем, такой вот грузовик и автобус у нас сегодня. Надеюсь, вам нравится этот обзор. Пишите комменты. Давайте пойдем на трассе, протестируем все это дело. Сегодня будет обзор такой, знаете, по-быстрому, немножечко в ускоренном темпе. Попробуем, посмотрим, сколько он просмотров соберет. Потому что я обычно длинные делаю, а тут такой покороче получается. Итак, у нас что интересно? Опа, смотрите, вот это интересно. Автобус все-таки вырвался вперед. Грузовика, наверное, подводят его немножечко вот влево, скорее всего. Теперь давайте попробуем поставить грузовик на кастомной трассе. Посмотрим, насколько далеко он проедет. М -м, довольно быстро пошел, но завалился на первом же повороте. Да, жалко, жалко. Но автобус, я не думаю, что поедет лучше, но он тоже круто идет. Давайте посмотрим на том же месте. Они, в принципе, едут одинаково по кастомной трассе. Как и по гоночной трассе, они, в принципе, едут одинаково. Давайте попробуем протестировать скорость автобуса для завершения этого обзора. И посмотрим, сколько же едет автобус по скорости, сколько же едет грузовик. Так. Вот смотри, завис на повороте 324. Скорость хорошая. Но так как он высокий, на повороте он заваливается. То есть на бок или выпадает с кармана поворотника. Давайте теперь грузовик достанем на скорость. Сколько же едет русский грузовик? 334. Он даже чуть быстрее, чем, чуть быстрее, чем автобус, но тоже заваливается из-за своих вот габаритов. Из-за какой-то неравномерности своего он тоже сваливается с первого же поворота. Не слишком хорошо, результат средний, но для гонок, для большой трассы, в принципе, эти тачки, они очень прикольные. По ценам, что у нас вышло по ценам? Примерно 2 доллара за грузовик и 2,3 и и доллара за автобус. Цены примерно сопоставимы с Hot Wheels Matchbox, плюс-минус там небольшой. Как-то так, ребят, надеюсь, вам понравился этот обзор. По-быстрому сегодня у нас этот автобус, этот грузовик. Пишите комменты, ставьте лайки, я же подписывайтесь на канал Автоход. С вами был Виктор, тиктокерам привет.